Hi everyone, we are TDM, Russian cover dance team. We usually make covers on Monster X tracks and dances. So we're huge fans of Monster X and WONHO. So today we're gonna film our reaction on his new music video. What's the title? Как называется? Lose. He's losing every time. Maybe it's time to win. Okay, let's see. All attention at her, please. Because he is her future husband. Mm-hmm. Just for your information, yeah. На полный экран. И давай. Глаза закрыты, я не знаю. Ну, то есть, мне очень нравится вот эта вот грань, которую соблюдают.
Мне не нравится, что он снова lose что-то там, у него все время что-то потеряно. Lost. Да. Losing you. Да. Кажется, что очень цветокоррекция. У него первый клип был очень яркий, там были красные цвета, а здесь какое-то все более темное. Может быть, нам просто ноут новый. Нет! Ну, это мое личное персональное мнение, но я в принципе больше люблю корейцев с темными волосами, да, чем когда они начинают блондинов там уходить в яркие цвета. И да, это эпатажно, да, это интересно. Но не знаю, для меня все-таки природа их не просто так темными делает, они очень вот гармонично смотрятся. Не знаю, я все равно немножко переживаю, что вот, ну, когда-нибудь он лопнет. То есть за него ты переживаешь больше, чем штаны. Ну, я думаю, что тут не одни штаны сменили во время клипа. Да, поэтому обормаж. Да, нам просто стилистам невыгодно шить на него одежду, поэтому он ходит полуголый. Ферваном. А майка порвалась на месте уже. А не видала? Так, зовет. Какой-то лук был там в черной рубашке, и говорили, что стилисты, точнее, я читала, что стилисты хотели его убрать, но он сам настоял на нем. Убрать, что этот лук? Да, да, но он ему больше всего понравился в клипе. Ну, вообще, вот такая нежная, не агрессивная, такая мягкая, но сексуальная. Мне кажется, это и есть вот весь WONHO. Его клипы очень гармоничные. И... Ну, не люблю, когда ты же все равно наблюдаешь человека в соцсетях, как он общается в лайвах, да, то есть у тебя все равно какой-то образ формируется, даже если это тоже какая-то маска, но есть определенный образ, который артист тебе создает. И я очень не люблю, когда расходится его образ, который он, грубо говоря, делает компании, навязывает там в клипах, да, когда там я мачо-самец, и ты смотришь трансляцию, а там такой заяц сидит, булка такая, аригато! А у него вот все гармонично, сам по себе, мне кажется, такой вот, такой нежный, сексуальный, но при этом не агрессивный человек. Чувствуется от него такое тепло. И вот клипы примерно, ну, у меня по ощущению очень вот подходящие. Хочется верить, что он действительно очень много приложил своих сил к созданию. Не помимо написания музыки, но и концепты, луки, локации, может быть, даже к монтажу, я не знаю. Ну, хотя вряд ли, но кто знает. Но вот прям это его, это про него, и чувствуется, что отражает очень хорошо артиста. Грипп экранного времени девушки в клипе. Она подстояла, такая, привет, потом сгорела. Девушка, я вместо прочитала. Это не так это сделать, я хотела сказать, просто Кристина такая, если ты ее не убьешь, я тебя убью. Ну ладно, ладно. Это как из мема, нет, я не люблю, я просто спрашиваю. Были в магазине, увидели очень красивого продавца. И он такой, нет, мол, типа я не ревную. Насколько он красивый? И потом, короче, когда вышли вот эти вот фотографии из клипа, там было, где он девушку обнимает, и такие, Винни такие ему пишет. WONHO, что за девушка в твоем клипе? Не, мы не ревнуем, мы просто спрашиваем. Так, подожди, девушку в клип добавили, он все равно выглядел самый лунный. Ну, должна сказать, что мне понравилось смотреть клип WONHO больше, чем клип MonsterX, потому что, слава богу, нет Кихёна. Спасибо! Спасибо большое! Я слышала, что... Возможно, он платил на съёмки. Накупил старший. Нет, WONHO очень любил на съёмки. А, да, наоборот, сыра. Дизинфа. Вот так вот, Да, серьезно, думаете, что если бы у них не совпало расписание, они бы к нему не съездили на съёмки? А то, что он, мне кажется, Да, и вагончики мы отправляем, просто это не освещается. Они наверняка и реакцию бы тоже сняли, если бы старшип не сказал, вы можете снимать реакцию, только не забудьте вот здесь простынь повесить перед вами, чтобы не было видно, что это вы. Здесь как будешь, получается, семи, да, шести, шести корейцев, да. Пакет. Нет, с лицами коней. Нет, с лицами коней это старики, скорее всего, были. Он стоит, наверное, да, снятый в подвале просто. Я была бы уверена, что тут из Москвы. Просто подходом.
Ну, реально, сначала даже вот это, где они падали в воду, очень такие флешбеки были. Причем белая рубашка, значит, белые рубашки, черные штаны. Буду даже по тем же углом снято. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за обновлениями в группе. Всем пока! Я люблю кефир.